Христианская лирика – это мир восхищения Богом, временем, в котором мы живем, его неповторимостью и скоротечностью. Христианское осмысление жизни выносит нас за рамки временности и открывает перспективы вечности, когда времени уже не будет. Вопрос творчества – это вопрос творения, да? Это как бы реализация в человеке того, что есть в Боге. То есть способность творить – это отличие человека от животного мира и главное сходство с Создателем. Как и многие другие таланты, литературный талант может быть использован не по назначению, не для прославления Бога. Поэтому те, кто имеет литературный дар, несут очень большую ответственность перед Творцом и Создателем. Этот альманах появился благодаря стараниям Петра Панасенко, Таисии, главного редактора этого издания. И этот альманах составили произведения 20 авторов. Огромное вам спасибо за ваши стихи, песни, рассказы, житейские истории, за ваше подвижничество, за ваши удивительные совершенно свидетельства, которые прибавляют сил, дают надежду и наполняют верой. Сегодня мы с большим удовольствием представим тех, кто поделился в этом новом альманахе своими переживаниями, поэзией, прозой, рассуждениями. Ну так слаженно, так гармонично писать стихи, передавать свои эмоции, передавать свои чувства и богословие. Мы сегодня собрались, чтобы еще раз поклониться тебе, живому Творцу. Вот это стихотворение, и я его просто хочу рассказать в музыке. Тяжелый труд, словесное клеймо, боль, заточение, сломанные крылья. Пусть это все мне будет зачтено, когда сотрется я мое до пыли. Очень хорошо получается, идет муза, говорят, да, на собраниях. Вот сижу, да, все-таки какая благодать. Нам сохранить бы истину, друзья, не потерять ее на полдороги, беречь ее от фальши и вранья, не соглашаясь быстро на подлоги. У меня не получается быть сегодня с вами, так что онлайн, как говорится, на удаленке. Поэтому, Светлана, мы очень рады, что она с нами сегодня, и, пожалуйста, тебе время. Спасибо большое. Очень рада тоже попасть в такое прекрасное общество поэтов. И эту первую книгу, которую я даже не думала издавать, просто одна женщина сказала, ты должна это сделать. Если ты не сделаешь, я это сделаю. И она это сделала. Рави воскресший, власть имеющий вовек, прибудем в истине его, в Господнем слове. Спаситель милосердный, Бога-человек, нас искупил Он драгоценной кровью. Слава Богу! В этом мире как бы ни было тревожно, помни ты всегда в ладонях Божьих. Аминь.